7Q. Продолжаем играть. Проходить, играть. Дерьмака. 2. Так. Подожди, чё? Меня так далеко откинуло. Ёпарсетей. Ёкарный бабай. Что-то я не понимаю, как Квен у меня работает. И почему я не могу ничего прокачать. Вот я хочу прокачать магию, да? Я не могу ничего прокачать. Тут то же самое. Может... Ладно. Допустим, в прологе это сделать нельзя. Меня защищает от одного попадания или чё? Ой-ой-ой, кстати, сейчас. На Монике врубим гейм-мод. Так, есть. Вернулись. Допустим, лучше Игни. Похуй на Игни. Есть дэмэдж. Нет дэмэджа. Блин. Слишком маленькая писечка на этом. Ура. Ужас какой. Да все, все. Подбери фигню. Ё-моё. О, медитейшн. Выпить эликсир. Ура! Так, ласточку точно хочу. Чайка. Эликсир ускоряет восстановление, снижая здоровье и сопротивляемость. Не, залупа какая-то. Дегустатор. Получено достижение. Хорош, крутой. Ну, вроде все. Так, ну может теперь я и прокачаться могу? Нет? Ладно, извините. Ой, я тут столько всего не залутал. Точнее, залутал, но надо заново это все делать. Ну так, ладно. Так. Слегонца, короче, залутаем. Очень полезные вещи. Так, я точно хочу нажать F5. F5, F5. Так, как минимум. Ну тут, короче, арт тот самый полезный. Он с ног сбивает. И прям долго можно с челиками сражаться. Есть. А чё это он откис? Его свой другалёк отпинал. Не. Мне что-то слишком тяжелые удары. Бля, чё? Откисай. Кстати, что-то есть. Фу, слава яйцам.
Так, вот это сюда. Это мы читали, кстати. Это, кстати, может быть намек нам на то, что тут куча челдосов. И мы можем как-то обойти это все все-таки. Так, F5. Все, начинаем F5-ить. F5-ить. О. Белиса. Ну что, все-таки можно обойти как-то. Ой-ой-ой. Не, нельзя. Нельзя. Ну, трындец. Ну ладно, мы с ласточкой. Что-то, блин, время летит там как-то бешено. Или я реально 3 минуты с этими челами сражался? Блин, арт нормальная тема. Можно просто 3 раза нажать, он двоих с ног собьет и все. Короче, надо качать энергию, чтобы больше было. Лавалет. Джун ключ. Так, стой. F5! Сейчас нельзя сохраниться, бля, ГГ. Блядь! А, ты только об этом и можешь, да? Ой-ой-ой-ой! Так, сначала надо мелких, да, я так понимаю? Ну, вот он у нас... Это не рыцари! Это изменники! Пленных не брать! Это пипец. Я угарну, если это просто самый сложный момент в игре. Значит, не успел сохраниться. Фу, ладно. Не супер далеко. Вот почему сохранение есть? О, нормас. Почти, ладно. Так. Усиление. Паучий яд. Кстати, а где усиление на этого Челдоса? Я ж кидал. Здоровье, снижение урона при блоке. Улучшение меча. Руна, улучшение меча. Это только для меча? Блин. Типа я не могу ставить руны вот сюда? О, точильный камень. О! Точильный камень. Ой, вообще вкусно. Так, паучий яд. Да. Точильный камень, это руны. Так, это эликсиры, понятно. О! 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 Мне вернули их. Все. Так намного проще будет с теми челами. Ну, так, а яд есть. А, только яд или точильный камень. Ну, ладно. F5. Э, в смысле, бля? Убирай меч. Убирай меч. F5. Есть. Есть можно. Блять, уродыч. Что творишь? Влезете, бля. Опа. Опа. Есть. Уроды. Так, ну это нам подсказывает, что ловушки, бомбы и так далее тут прям нужны. F5. Что прям сильно-сильно нужны. Так, собрать. Не понял. Наверх куда-то надо? Ой-ой.
Вещи для заданий. Оранжевый свечение над контейнером означает, что внутри лежит предмет, очень важен для выполнения. О! Ключ. Ключ. Ой. Теперь мы сможем там открыть. Да, бля. Как тут вот все это сложно так сделать. Так, чё, ловушка? Есть ловушка в рюкзаке. У меня еще 3 самума. Так, открыли. Вот тут вот бэм. Вот так. Сюда. Старые кожаные перчатки. Спасибо. Так, что тут? Есть. Ой, что это такое? Сядь. Только что ты стал самым титулованным ведьмаком на свете. И самым богатым. Ловлю тебя на слове, король. Видишь, Вернон, Геральт справился. Очень Вернон Роше. Жрец изволил отправиться к своим богам. Я видел на реке Скаэтаэлей. Где именно? Сколько? Как выглядят? Хрен с ними, с эльфами. Потом разберемся. В монастырь. Монастырь. Скаэтаэли. Кусочки головоломки начинают складываться, Геральт. Или ты говоришь правду, или очень складно сочиняешь. Я хочу услышать остальное. Дети Фольтеста, монастырь. Что там произошло? Все началось с Артура Тейлиса. Если бы не Тайлис, мы добрались бы туда одновременно. Не отвлекайся, ведьмак. Что же, верховный жрец говорил правду. Его величество Фольтест, король Тимерии. Артур Тайлис, бывший граф Несвельд. Я подписывал тебе приговор. Да, баронесса меня помиловала. Как неудобно получилось. Где Анаис и Бусси? Ты про королевских отпрысков? Не испытывай моего терпения, Тайлис. Я обещаю тебе легкую смерть. Признай, Фольтест, перед богами и людьми, что Бусси и Анаис – плоды твоего греха, а не твое потомство. Покайся! Скажи правду! Может, ты не заметил, Тайлис, но мои войска уже в городе. А с ними палачи, чародейки и мутант, у которого нет ничего святого. Это святое место! Ты не отважишься поднять руку на слугу Божьего! О, где дети? Где вы спрятали детей? Монастырь, а не вместе уединения. Что? Что это значит? Богохульство! Чародейские фокусы! Да. У преподобного волос с головы не упал, а дворяжка получил по ребрам. И волки целы, и овцы сыты. О, наоборот. Холера. Бывали вот холера. Но этот дракон был последней каплей. Просто перегнул палку терпения. Да, бля, откуда у них дракон-то, лол. Ого. Блин, какой огромнейший замок просто. Побег от дракона. Чтобы спастись от дракона, нажмите кнопку значок, который появится. Дракон вернулся. QTE. Я правильно нажал? Не могу идти. О, это что такое? Это у нас этот... God of War... Бля, убил их. И прикиньте, вот на этом моменте проебываешься и всю игру заново на самой сложной сложности. Это же Рофоу. Дракон вернулся. Рофоу. Ну тут, конечно, QTE такое. Не могу идти. Типа QTE мышка.
Бля. Бля. Почему у меня левый палец быстрее, чем правый? Дракон вернулся. Да. Не могу идти. Идем. Раз. О. Это все кьют. Бля, чуть не поспешил. Я уже думал, это все кьютые. Меч. Ой. Как это противно, наверное. Прикиньте, вам туда зубочистка попадет. Фу. Ты снова спас мне жизнь. Можешь просить, чего хочешь, ведьмак. В пределах разумного. Я покидаю двор, государь. Я хотел бы, чтобы Трис Миригольд могла отбыть со мной, если захочет. Конечно, захочет. Ты ж... Ой. Можно было с ними еще попипить. Детишки. Кто там? Вольтест. Я пришел за своими детьми. Подожди здесь, Геральт. Ты их напугаешь. Ах, слава богам. Мои молитвы услышаны. Иди, Бусси. Это не мой отец. Он твой король, малыш. Колокола бьют в честь триумфа. Крепость пала, город взят. Государь, возблагодарим праотца и мать-создательницу за эту победу. Погоди, слепец. Я полгода не видел моих детей. Боги могут обождать. Послушайте меня внимательно. Мы немного поссорились с вашей мамой, но все это в прошлом. Злые люди обманули ее и обратили против меня. Но я наказал их, и теперь все будет хорошо. Не плачь, Бусси. Когда-нибудь ты станешь королем, а короли не плачут. Идут люди с оружием, государь. Дети, быстро в келью. Скоро сюда придут мои рыцари. Вы познакомитесь с ними, а однажды будете ими повелевать. Но сперва Бусси должен умыться, чтобы никто не видел его слез. В соседней комнате есть ведро с водой. Анаис, помоги брату. Капец. Ой-ой-ой-ой-ой. Шо ща будет? Государь, помолимся. Они должны выглядеть как дети короля. У них твои глаза, государь. Это этот Лео. Да, Лео. Который был в начале ролика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что случилось? К
Какая постановка кадров просто, вау. Кинематографичность. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, вот бы его спасти тут. Чтобы было... В третьем Ведьмаке мы бы были побогаче явно. Ой-ой-ой. Ой-ой. То есть он... Да, я не помню только зачем он это все делал, кто его нанял там и так далее. Типа, нахрена убивает всех королей? Капец, у него банка! Как он бегает с такой огромной. Он как будто... Вот попробуйте реально скотчем примотать 3-литровую банку там из-под сока, я не знаю. И вот с такой побегать. Сейчас его поймают на этом моменте. Как тупо. Там же маленькая девочка все видела. Маленькая девочка все видела. Лол. Супер поверить-то можно. Да. Вот так вот. Ну что же, должно быть, больше я ничего от тебя не узнаю. Это значит, я свободен? Убит Фольтест, король Тимерии. К сожалению, ты пока единственный подозреваемый. Я сгнию в яме только потому, что убийца оказался ловчее тебя. Неприятно. Не сгниешь, тебя повесят. Останови их. Я не могу влиять на приговор суда. Кто ты, Роше? Что будет с Тимери? Трис меня поддержит. Король много о тебе рассказывал. Если бы не он, я бы спился. Или сдох где-нибудь. Я бы сказал, что Фольтес сделал для меня больше, чем отец. Но отца своего я никогда не видел. И поэтому я не успокоюсь, пока убийца не будет наказан. В чем состоит твоя служба? Я выполняю приказы, сложные для других. Что будет с Тимерией? А реально, кто новый король? Что происходит в Тимерии? Собрался совет регентов, который должен навести порядок. А это значит три вещи. Воцарится полный бардак, в городе закончится вино, а местные шлюхи наживутся за эти дни как никогда. Трис тоже в совете? Конечно. Но скоро она убедится, что ее там не ждут. Откуда ты знаешь? Это моя работа. Всегда все знать. Они хотят королевства без чародейки? Раз уж в королевстве нет короля, они попытаются избавиться и от чародейки. И кто будет править? Главные претенденты – граф Моравель и барон Кимбольд. Теперь замок Лавалет принадлежит им. Есть еще бастарды Фольтеста. В их венах течет королевская кровь. И права на трон у них, а не у каких-то дворяшек. А если бы у меня были свидетели? А у тебя они есть? Я имел в виду Трис. Если бы она не была твоей любовницей, но все знают, что ты с ней спишь. Что с ней? А что с ней станет? Насколько я знаю, ее позвали на заседание Совета регентов. И все. Ну поверь мне, я не убийца. Ну, Рейли. Ты же командир синих полосок. Так сделай что-нибудь. Настоящий убийца на свободе и с каждым часом уходит все дальше. В историю с монахом-убийцей я не верю. Я не говорю, что он был монахом. Он был в рясе.
Он уплыл в лодке с отрядом Скайтаэлей. Ты сможешь его узнать? Легко. В жизни не видел такой горы мяса. Реально. Банка это вообще меня убила. А что, если тебе удастся сбежать? Я поймаю убийцу. Я пойду по следу убийцы короля. Ты знаешь, где его искать? Скайтаэли помогли ему бежать. Вот с них и надо начать. Может, ты даже знаешь, что это за отряд? Откуда бы? У них были маски в синюю полоску. Трофейные, я думаю. Это отряд Йорвита. Значит, след у нас уже есть. Я знаю, где их искать. Йорвит. Если ждешь от меня историй... Сперва накорми меня. Почему бы и нет? Бьянка! Принеси поесть. Блин, я не помню. С этого и надо было начинать. Она была в третьей части, Бьянка? Ты сам виноват. Это? Твоя судьба в твоих руках. Спасибо. Хлеб и вино. Неужели гуд тема? Я вот понимаю, пепси и хлеб свежий. Вот это реально гуд тема. С вином. Мне когда родаки одного оставляли, я покупал огромный свежий хлеб. Я не знал, что в специальном отряде служат женщины. Бьянка одна из лучших. Как она оказалась в синих полосках? Я вытащил ее из Лапской Итаэли. Они сожгли ее деревню и перебили всех жителей. Ей тогда было лет 16. Она приглянулась командиру отряда, и ее пощадили. Вот еще что. Это материалы на Геральта из Ривии. О смерти Фольтеста? Нет, Геральта. Отчет о событиях 5-летней давности. Mm. То, что было в книге. Ривия, город. Население 1200 жителей. Среди них 253 нелюди. 25 сентября 1268 вспыхнул погром. Началась резня. Убивали эльфов и краснолюдов. Только один человек встал против разъяренной толпы. В ходе беспорядков погибло 76 нелюдей. В том числе ведьмак Геральт из Ривии. Его ударил вилами в грудь человек, о котором известно только то, что его звали Роб, и он задолжал 3 кроны в местной корчме. Йеннифер из Венгерберга умерла, спасая ведьмака. Тела ведьмака Геральта и чародейки Йеннифер забрала таинственная девушка с пепельными волосами. А, Цири. Место их погребения неизвестно. Я помню. Ривия. Йеннифер. Что с тобой? Я видел собственную смерть. К тебе вернулась память? Нет. Только это. Самый конец. Бьянка! Допрос окончен. Заковать его. To the coin, to you, witcher, William. А вот это он помнит, интересно? Вот это он помнит? Это жопа, нормально. Утром я отплываю. Через 5 минут за тобой придут. Поешь, тебе пригодится. Как он должен взять этот ключ? Ему надо
Ну ладно, сидя это легко сделать. Типа через зад провернуть руки. Серьезно? Там даже цепи нет. Вон, он просто держит рука в руке. Так тупо выглядит. Еще вчера его все на руках носили, как героя какого. Ничего странного. Я сам видал, как он 20 человек на месте уложил. И правда? Как он задвигал по этим стенам, я и меча не разглядел. Так он крутился. Это страхолюдина, я думал, на клочки его разорвет. Да ничего, завтра палач с него кожу спустит. Сейчас. Может, так. И мой бог ему дали за смерть Фольтеста. Неохота такого гавана. Эй, эй, стража, подойди сюда, добрый человек. Ну, чего горло дерешь? Я тебя сейчас подеру. Ох, не было бы этой решетки, вы бы у меня по-другому заговорили. Да. Ну, давай посмотрим. Гляди-ка, выродок освободился. Как же он, мать его, это сделал? Не. Эй, ты куда, ну, бля? Я с тебя потроха да повыдам. Стой, бля, да открой. Как открыть? Бля, это лаг? Это залагало? О. А, да. Все, меняемся местами, получается. What? Бля, чё? Что происходит? Как с ним драться? Чего? Что-то как-то все пошло не так, да? Можно ему просто напинать? Все просто пинаем его. Что-то сломалось, короче. Есть. Тигра сломалась. О, найс. Опа. О, маленькая дубинка, старые кожаные штуки. Так, и чё, тут никаких моих вещей не осталось? Так, открыть. Ничего не осталось? А, ну это все. Блин, как тупо. Ну реально, короче. Теперь вы перемещаетесь крадучись, старайтесь избегать освещенных мест. Вы можете оглушить сражение, для этого подкрадитесь к нему и нажмите. Так, а я могу еще огонь тушить. Открыть. Так, что ж, я. Что это было? Я ни разу не проходил это. Зарублю. Ой-ой-ой. Чё такое? Огонь. Нет, ладно, огонь мне не нужен. Открыть. Так, тушим свет. Окей, тут огонь, это еще как бы понятно для чего. Ой-ой, кто там? Мужик. Ну ладно.
Че это было? Вы чё, не слышите? Побег! Думаешь, я не справлюсь? Эй, здравствуй! Чё, блядь? Чё, я видел его? Чё за дерьмо? На, добил. Подожди, еще кто-то. Хрень. Добро. Стражник готов. Начали. Да, бля. Держите меня. Не то угроблю, кретина. Обещали карту? Вот вам карта. Татуха первый класс. Должны были меня закрыть? Закрыли. Так в чем дело? Объясни ему. Я не могу. Что там происходит? Давай по порядку. Во-первых, откуда... Так, я могу что-нибудь прокачать все-таки? Блядь, у меня 3 таланта. Когда я буду прокачивать что-нибудь? Ну, выпил я лишку для куражу. Во-вторых, ты должен был угодить в тюрьму. Но не за кражу. Воров сперва секут. А теперь ни хрена не разберешь, рубец это или туннель. Спокойно. Что у них происходит? Ну и в-третьих, татуировка должна быть на спине, а не на заднице. Нам что, чтобы в карту заглянуть, всякий раз порты с тебя снимать? Чего-чего? А мне рассказать не хотите? Что-то своей жизнью живут какой-то. С тобой тоже не поговори, да? Я не понял, где Стейлс? Как он тут работает? Ну, он, по-моему, тут хуёво работает. И вроде, если я не ошибаюсь, он больше нигде не пригодится. Так, опа. Всё, что ли? Я не понял, как оглушить? Окей, ну вот они стоят вдвоем. Чё дальше? О, вот этот чел, которого мы пощадили. Нифига он. Тихо, Ариан. Что ты тут делаешь? То же, что и ты. За что тебя посадили? Говорят, мол, я убил Фольтеста. Досадно. Я надеялся, что сделаю это собственными руками. Ты слышал что-нибудь о моей матери? Фольтест ничего ей не сделал? С ней все хорошо. Фольтест приказал синим полоскам беречь ее, как зеницу ока. Ублюдок. Ее должен охранять кто-то более благородный. Хотя бы баронет. Пора подумать, как тебя спасать. Для меня честь рода важнее жизни. Что ты задумал? Это тебя не касается. Сперва нужно попасть в маслохранилище, оттуда можно выбраться на поверхность. Я слишком слаб. Помоги мне. Я подожду здесь. Вернись за мной, когда расчистишь путь. Чё, бля? Челты, челты, челты. Вот, вот что хочу сказать. Куда мне надо? Игра сохранена. Так. А у меня такая же дубина? О, это поприкольнее. 3.12, 5.10. Это выглядит поприколдесней. В рот тебе хрень и топыре! Отвлекаешь? Блядь, убивают. Короче, стелс тут не работает. Так, арт.
А, блядь. Не то. О, что-то то. Ко мне! О, нормально. Да убил, да убил. И это стелс, по-вашему? Просто долбёжка. Короче, нет. Я очень хотел пройти по стелсу все-таки. Вернуться за Рианом. Но это тут не робит. Так все замедляется. Ля валет. Пойдем. Че у тебя тут прикольного есть? Ого, целая дверь. О, я ее открыл. Здорово, пацаны. О, блин. Писец. О, добил. Нифига, о чем такие прям добивающие стали. Блять, это ты так попал? Пипец. По-моему, я урон ему не наношу. Давай, падай. Кровочечение. Нихуя себе. Бля, хочу этот скин. Этот меч. Ой, долби, 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 долби. Блядь, я... Почему он щит бьет? Да. Не помню. Ну нет ловушек. Есть кошка. Вау, спасибо, папаша. Как его добить, блин? Ну, допустим, вот так вот. О, лежит. Есть. Так. Куда-то я наткнулся случайно. Подзорная труба взять. О! И. Старые сапоги. Тяжелые кожаные штаны. Чертеж когтезуб. Невозможно выполнить здесь предметом. Ловушка наносит раны и вызывает кровотечение. Подзорная труба, мусор. Спасибо. Че, это все, что я взял? Вот это мне надо. Да, да убери меч. Палку, точнее. Так, ок. Как-то случайно сюда забрались. Так, а я все нацепил? Доспехи. Старые штаны склепаны. Тут броня побольше. Там брони побольше. Ну чё, голь, левелет. Помоги мне встать. Ну, понятно. Сюда, по лестнице наверх. Я в курсе. Ты мне сам сказал, иди туда, победи там всех. Я уже знаю, куда идти, наверное. Лавалет. Вторая дверь налево, это маслохранилище. Вторая дверь налево? Это куда? Сюда? Кто это? Идем со мной. Ты здесь ничем не поможешь. Нет, у меня здесь дела. Собрался воевать в одиночку?
Для таких дел помощь не нужна. Уверен? Прощай, ведьмак. Братан. Ого, ладно, тусуйся. О, блядь! Ты там как, братан? Надеюсь, жив. О, меч, гуд. Че, мы как бомж сейчас начнем вообще без всего? Так, Меч. Железная руда, компонент. Так, усиление, понятно. 9-12. Да. А. О, это Трис. Геральт, сюда! Вай, Мэригольд! Да. Чел в трусах против солдата. А я что, туда могу пойти? Ну, тут делать особо нечего. О. 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 Все. Надеюсь, это мне когда-нибудь пригодится, вся эта хренотень. Но. Оковы. Но это все продать. И куда Трис делась? О. Все гуд. Три. Мало. Скотина, обязательно было поджигать замок? Ты должен был выбраться незаметно. Зачем проливать реки крови? Ты оставил мне ключ от кандалов, но не шапку-невидимку. Трис, как ты? Согласен. Я больше не королевская советница. Я потеряла должность, дом в Изиме. Говорят, я ведьмачья любовница. Девка королевского убийцы. Вот цена игры в политику. Мы еще вернем себе доброе имя. Ты сама хотела блистать в высшем свете. Нет короля, нет законов. Теперь в Тимерии правят гниды вроде Кимбальта и Моровеля. Только старый Ян Наталис еще может навести порядок. Наталис далеко. Кроме того, у него нет шансов на корону. Он слишком низкого происхождения, в отличие от барона Кимбальт. Не время рассуждать о политике. Ты узнал что-нибудь об убийце? Неделю назад мой информатор во Флотземе сообщил, что с Йорвитом видели здорового лысого мужика. Его портрет совпадает с твоим описанием. Значит, Флотзом. Долго туда плыть? Пару дней. Фактория лежит в лесах на границе с Саидирном. Там хозяйничает Йорвит. Вы готовы? Отправляемся. О! Трис. Да? Да. Давай уединимся. Ты займешься моими ранами. Да. Ты что гонишь? Расскажешь о Йеннифер. Все в подробностях. Даже о том, о чем говорить не хочется. Даже о том, что может быть больно. Все на палубу и на швартовы. Берегите борт. Он тут с Трис, потому что он не помнит, что он с Йеннифер хотел. Точно. Ну все, ладно. Полностью оправдан. Забавная штука. Она заставила Ариана вступить в неравный бой с Тимерией. А когда он был побежден, честь склонила голову Ариана, чтобы спасти жизни его людей, но не дала выжить ему самому. Реально умер из-за этого? Это он тут корнишон, этот Геральт. Смешной. Побег из курятника. Подозреваю, Беглец. Если к тебе пристанет прозвище убийца королей,
Жить на этом свете становится нелегко. Особенно кому-нибудь вроде Геральта. Вот же бедняга. Я давно его знаю, уверен, что все эти короли и политика нужны ему как прошлогодний снег. Ну ладно, ладно. Мы же не всегда получаем от жизни то, что хотим. Иногда приходится общаться даже с такими неприятными типами, как Вернон Роше. Нет, я не оправдываюсь, но у меня для такого знакомства были, как сказать, ну, свои причины. Весь путь по реке до Флотсама ведьмак провел в разговорах. До поздней ночи Трис рассказывала ему забытые истории. Дитя-неожиданность, губительная любовь, которая связывала его с чародейкой Йеннифер. Трис рассказывала истории жизни, которой его лишили. Вы заскучали? И все же не откладывайте повествование, друзья мои. Один примечательнейший персонаж вот-вот предстанет перед вами. Лютик. Ну да, ну да. Лютик, блядь. Двумя месяцами ранее граница Тимерии и Аэдирна. Два месяца? Они плыли? Капец. Это тебе не ведьмак с быстрыми переходами. О, это же Йорвит. Ой, это нахера. Что происходит? О. Блин, я не помню, что он в Гвинте делал. Что у него за способности были. Блин, так жалко их. Вот прикиньте бы, не весь этот расизм. Какими были бы крутыми, там, не знаю, какими-нибудь кузнецами, да, и так далее. Эти эльфы. Короче, жалко, жалко, что все у них так херово. Тогда не было бы проблем, не было бы игры. Вот, вот в чем. Была бы утопия. Убери оружие, эльф. Я пришел поговорить. Клонись в пол. Вон, видишь, венценосец. Это Димовент, милостью Божьей король Айдирна, долины Понтера и прочее, и прочее. А ты? Друг нелюдей. У меня есть предложение. Говори, быстро и по делу. У тебя есть время, пока головоглаз не вернется. Я могу добыть еще голов. Все монарши. Дальше. Сперва Фольтест, но мне нужна помощь. По Эдирне я едва ушел от облавы. Мне нужны ваши убежища, карты потайных троп. Мне нужна помощь с Каэтаэлей. Я делаю это не ради золота и не жажду славы. Тогда зачем? Долго объяснять. Твоя тварь уже сожрала Накера. Тебе пора. Мы договорились, эльф? Это после заставки начальной, но перед тем, как он убил то, что нам, короче, ведьмак рассказал. Несколько дней после побега. Глава 1. Граница Тимерии Аэдирна. А, нет, ранее, 2 месяца ранее. Бля, ебать, я тупой. Это то, что 2 месяца назад, ранее. Все понятно. За мысом уже должен быть Флотсам.
Мы пойдем берегом. Мы это кто? Ты и я. На разведку. Я иду с вами. Не стоит. Там может быть опасно. Неизвестно, как нас примут. Да куда вы одни пойдете? Должен же за вами кто-нибудь приглядывать. Она всегда такая. Она всегда такая? Ну, Ц. Ну что, могу я уже что-нибудь прокачать? Я не понимаю, почему я не могу прокачивать? У меня уже 3 таланта. Путь мечника. Пробел. 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 Почему нельзя выбрать? Неужели это потому, что я не прошел обучение? Я не понимаю. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И увидимся в следующей серии. Будем спасать Лютика, видимо. Все, всем ба-ба.